5 по 8 июня в Екатеринбурге будет проходить Уральский культурный форум. Гостей ждут экскурсии, концерты, открытия выставок, кинопоказы и круглые столы. Всего ожидается 86 мероприятий на 44 площадках. 6 июня состоится фестиваль «Пушкин. 220 вольт. Высокое напряжение». Он пройдет в честь 220-летия Пушкина. К этому событию артисты подготовили уличные перформансы и новые спектакли. А с 8 вечера в парке литературного квартала пройдет диджей-бал. В четверг вечером на «Fuck Up Night» можно будет услышать истории неудач от бизнесменов. Встреча проходит в формате нетворкинга, где каждый может найти себе новых партнеров, а также сделать выводы из услышанных историй. В пятницу можно сходить на новый фильм Гая Ричи «Аладдин». Главный герой – молодой воришка по имени Аладдин, который хочет жениться на принцессе Жасмин. Но на пути к мечте его ждет множество приключений. 7 июня актеры театра «Волхонка» сыграют спектакль «Машина едет к морю». В этой истории три персонажа – слепой старик, его внук-аутист и их друг-дворник. Это смешная и одновременно грустная история о забытых людях.